И срочное включение. Всем привет, ребята, сегодня с вами Лизафайр, и сегодня уже вторая серия по прохождению Майнкрафта. Обязательно поставь лайк и подпишись. Ну а прямо сейчас я застряла в иглу, вокруг меня бродит очень много монстров, мне реально очень стрёмно, они просто повсюду. Я спряталась, как вы видите, застроилась вот тут вот блоками деревянными. И сейчас жду утра, чтобы сбежать отсюда и просто продолжить выживать. Обязательно ставь лайк, реально, и подписочка. Ну а мы продолжаем. Приятного просмотра. Итак, ребята, уже настал день, но прежде чем я уйду отсюда, я, наверное, сейчас соберу все эти коврики и, конечно же, пойду в подвал. Опа, 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 опа. Вот это мне нужно, это все мне нужно. И золотое яблоко, господи, как хорошо. Обожаю вас, ребята. Так, вот это я забираю, взрывное зелье. Хорошо, хорошо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ах ты тварь. Ай, что вы так повылезали? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот вы мне вообще не нравитесь, ребят. Вообще вот просто ноль. Итак, я побегу прямо сейчас вот сюда. Добуду камень еще чуть-чуть. И постараюсь найти железо, потому что нам надо сделать железные инструменты, чтобы добыть там алмазы, еще что-то. Я, блин, тут уже сколько копаюсь, нету никакого железа, ничего нету. Я сейчас нахожусь в зимнем биоме. Ребята, даже не спрашивайте, как я сюда попала. Хоть я заканчивала свою прошлую серию вообще в нормальном таком биомчике, там такое солнышко, нормально, короче, мне там было. Ну, а сейчас я вот тут вот. Как-то странно, соглашусь. Но это очень длинная история. Реальность тебе лайк и подписка. Обязательно. Ребята, угадайте, что я нашла сзади себя? Да, я нашла портал. Ну, наконец-то, господи, я нашла портал. Я надеюсь сейчас оттуда забрать много хороших, полезных мне вещей, ресурсов. Огненный заряд. Ну, не знаю, зачем он мне, но вот, огнево, это прям надо. Второй не буду брать. Золотая лопата. Опа, 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 опа. Все хорошо. Как же я не люблю эти земные биомы. Тут почти кроме снега и деревьев ничего нету. Вот бы мне сейчас найти какую-нибудь деревню с жителями, взять у них много ресурсов и уйти. Надо прямо сейчас найти какую-нибудь шахту, чтобы там было железо, и мне его добыть, расплавить и сделать себе инструменты, а также и броню. А то вот эта вот броня, которая на мне, вообще полная какая-то дерьмо. Да, дерьмо. Ой-ой-ой-ой, вот это вот сейчас было опасно, не хотелось бы сейчас помирать. Я нашла, короче, шахту, я спустилась, и, возможно, там будет железо, я просто надеюсь. Сейчас аккуратненько, самое главное, спуститься. Блин, ставься. Опа, хорошо. Хорошо, светло. Так. Какая же прекрасная, блин, пещера. Тут так много ресурсов, и даже не знаю, что выбрать. И да, я прямо сейчас решила копаться вот так вот. Как какой-то даун, который в жопе какого-то мужика. Как червь какой-то я. Ну да ладно, факел у меня хоть там и остался, но я надеюсь хоть что-то найти. И просто прямо сейчас буду копать под себя вниз. Опа. Так, это что у нас? Что это, что это, что? Это диорит. Окей. Я до бедрока докопалась. Бог Майнкрафта, почему ты меня так не любишь? Я не понимаю, одно железо хотя бы. Ну да, ну боже. Офигенно просто, офигеть. Бедрок, круто. Спасибо, я пойду. До свидания. Да ну тебя в жопу. У меня настроения нету, иди в жопу. Я не хочу с тобой общаться. Поехали. Все, я больше никогда в жизни вот во все это не вернусь. Не-не-не-не-не-не. Я тебя поняла, тут в Антарктиде нифига ничего нету. Короче, ребята, тут везде скам пещеры. Никогда не ходить в Антарктиду, что-то... Ой, ё-моё, что там за туста такая? Я в офиге.
Никогда не ходите в Антарктиду, чтобы что-то добыть. Тут ничего никогда в жизни вас не будет хорошего ждать. Вот никогда, вот просто никогда. Ну, а я побежала дальше. А, что же там за туса? Еще одна. Господи, как же тут круто. Как же я хочу в тайгу нафиг отсюда. А, ребята, вы не поверите. О, тут деревня, ребята, деревня, деревня. Я нашла деревню. А, что тут Майнкрафт так залагал? Твари. Пофиг, вернусь за тобой, лодочка. Нет, 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 я застряла. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Успей, успей, успей. Фух. Ребята, я успела. Вон, со стрелой в руке. Успела дойти до деревни. Я не знаю, как ее нашла реально. Я просто не знаю. Я просто о ней думала. Я просто мечтала об этой деревне. Но я сейчас поем и пойду дальше смотреть, что тут есть в деревне. Так, ладно, спокойной ночи. До свидания. Спасибо, снежки. Как же они мне нужны, блин. На, житель, возьми. На. Тебе нужнее. В общем, тут несколько свободных домиков. Я, в принципе, себе займу один дом. И тут останусь пока что, ну, развиваться. Потому что мне нету сейчас смысла никуда идти. Итак, итак, ребята, я, короче, решила, где будет мой дом. Сейчас я вам его покажу. Ребята, вот будет, вот это вот будет мой дом. Как по мне, так нормальненько, так дешево, конечно, да. Сейчас сюда я положу все свои вещи, которые мне только тут есть, все ненужные. И, в принципе, могу дальше отправляться и искать много нового. Это мой дом, это мой дом. Все, я запомнил, где он у меня. Так, давайте я тогда прямо сейчас отправлюсь вон туда. Посмотрю, что тут вообще есть, как тут вообще мне сейчас развиваться и так далее и тому подобное. Итак, ребята, могу сказать только лишь одно, так это то, что тут очень много снега, много речек и так, там тростник есть. И есть вроде бы какая-то маленькая пещерка, но мне кажется, мне туда бесполезно идти. Также тут леса, там опять уголь, как я вижу, вон там. И, в принципе, пока что больше ничего. Я просто сейчас иду прямо, так что я легко, наверное, смогу вернуться обратно домой. В общем, я возвращаюсь прямо сейчас в деревню. А вы обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вам понравился реально этот ролик. И помни, мы идем к 400 подписчикам, а также на 1000 подписчиков я полю свое лицо. И с этих 1000 подписчиков я буду снимать только лишь с веб-камеры, так что... Обязательно подпишись и поставь лайк. Мне будет очень приятно. С вами была я, Лиза Файр. И всем пока-пока-пока. До новых встреч.